На велике съезди. На работе? Сегодня она, знаешь, что курица написала? Зачем ты, говорит, чужому человеку машину доверяешь? Прикинь. Курица какая-то написала. Я в видео только отвечаю. У него своя есть. Зачем, говорит, ты незнакомому... А, чужому человеку, говорит, машину типа свою доверяешь. Типа дура. Вот отвечаю. А у него своя есть. Да ты чё? Пускай. Правильно ответил. Кому кто что и доверяет. Скажи, согрейся, свою дырку посмотри. Алло, офигеть, бью. Для тебя, может, чужой, для меня не чужой. А Максуду? Банан. Он говорит. Ты будешь банан? Значит, это я покушать грела, да? Будет. Будет? Да. Ну вот, ешьте. Тут два, да. Тут мы два банана сейчас едим, больше нет для будет. Больше нет денег банан. Ешьте на здоровье. Чё такой довольный? С крошкой смеюсь, играешь. Со мной. А еще пойду наложу. Можно, разрешите мне? А то вдруг вам не хватит. Вы ж любите порции считать. Кто сколько съел, сколько раз жевал. Ох. Это охрененно. Просто дуракам что кажется, что слышится, они догоняют. Вот что я хочу сказать. Даже не знаете, о чем речь идет, о чем мы говорим. Где-то, когда-то. Вы же догнали и догнали. Как будто вам все показали. Что
надо, то показываем. И что не надо, вам не обязательно знать. У кого что есть и кто где прописан. Вы тогда думать нахрен перестанете. Извини, ваша все, это труба будет. Я же забочусь о вас, чтобы ваши мозги работали постоянно. Поняли? Прежде чем что-то мне сказать, я уже знаю подобный комментарий, кто напишет. Кто какой напишет. Здорово. Да. Улетел. Потом я погасу. Все, я не могу больше нажимать. Мама, не. Вот лежит зая. Бери и кушай на здоровье. Пюре понравилось? С коколетой. Скажи людям, что ты жрал тоже. Да. Они сейчас напишут. Не жрала Кося. Ради бога. Отпиши, чтобы тебе полегчало. Ирина, я уже не знаю, кому ты обращаешься тявкать. Умный поймет. А я в каждом видео не буду пояснять, для кого это говорится. И бонусы мне будут прилетать. 100%. Извиняюсь, но это 100%-ная была от души. Ему, блин, позавидуют ноги. Ну ладно, все, до свидания. Мне надо душ сходить туда-сюда. Порядок себе привести как-нибудь.